Так, доброе утро, девчонки. Мы сегодня на рыбалку собираемся, поэтому я сегодня поснимаю. Вчера я ничего не снимала вам, потому что тоже много чего уже наснимала, все никак не выложу. А мне мама привезла вот такой вот нож. Я когда приехала, у них увидела нож вот такой вот. А, вот, маленький, он просто маленький. А я не знаю, я почему-то люблю ножи. Вот, не знаю, вот у меня какая-то любовь к ножам. Странная любовь к ножам. Ну, то есть я люблю, чтобы у меня дома было большое количество ножей. Вот, чтобы они всякие разные были, всяких разных размеров были. Ну, не знаю, вот, не знаю. Вот, ну, как бы на меня одну такое, конечно, количество, это многовато. Но люблю. Вот. Вот. Потом мама купила, у них сегодня рыночный день, она вот ездила, купила, значит, конфеток. Взяла казахстанские какие-то сосачки здесь. Какие-то сосачки, еще она взяла мне петушок. Кочет петушок. Кочет качеток. Или как его, мам? Вот. Потом вот такие вот она еще взяла. Ну, тут всякие рахат, арахисовые. Потому что мне иногда с кофе хочется вот просто конфетку попить. Никаких этих не взять. Ну, никаких печенья, ничего. Просто хочется конфетку в рот кинуть. Вот. И еще она купила мне творог. Я зашла к девчонке. Мы раньше по Фаберли, когда еще у меня офис был в Солнечном, мы раньше с ней, ну, так хорошо общались. Вот, и в итоге она, ну, потом, естественно, офис у меня, я отдала Юльке, и как-то мы связь с ней потеряли, но у нас не близкие с ней отношения были. А я все время у нее смотрела в одноклассниках, подглядывала рецепты, эти рецепты готовила. И у меня что-то какая-то ностальгия, она вчера выложила фотографию новую, ну, просто свою личную, ВКонтакте. Я зашла в одноклассниках, смотрю, рецепты у нее какие-то новенькие появились, и я... решила там творожные печеньки сегодня сделать. И вот маме позвонила, говорю, мам, купи мне творога, хотя полкило, она у меня вот творога взяла. И весенние печеньки еще. Печеночное мне настроение. Ну, если успею, поготовлю. Вот. Привет. Так, ладно. Не буду своих показывать. Они приехали, у меня голодные. Купили тут подъедает нарезки. Тут всякое разное. Вот такое вот, типа а-ля копченое. Что-то хлеба набрали, папа. Что у нас ты хлеб набрал? Ну, на рыбалку были. На рыбалку. А, на рыбалку они. И мы очень много взяли колбасы. Тут тоже какой-то частник делает колбасу охотничью. И вот они этой охотничьей колбасы вот понабрали. Может, 4 палки взяли. Но мама постоянно то на салаты какие-то делает, молодежные, то... этот, да, то что она еще делает? Что еще ты делаешь? То молодежные, окрошку делает. Ну, постоянно что-то какие-то салаты делает. Так, наверное, жаришь, да? Или не жаришь? Ну, редко, но жарю так иногда. А помидор не было, да, домашний? Не было домашних, таких не стала покупать. Ага. А домашнего скоро и дома не будет, их папа подтачивает. Так, пап, ты, пожалуйста, заканчивай эту богадельню. Как так, девчонки, добрый следующий какой-то день. Мы сейчас всем своим семейством собрались на рыбалку. У меня наконец-таки заканчивается режим бомжа, как я его называю. Вот, потому что я прям вообще вот просто эту неделю была практически в отрубе. Ничего не хотелось особо делать. Ну, я так делала, конечно, вот. Ну, вот. Ну, короче, режим бомжа. Он делает свое дело. И все, мне захотелось сейчас уже масочки. Я говорю, мам, все, у меня режим бомжа закончился. Масочки уже хочется поделать. Кому что вообще в его бане? Масочки поделать. Масочки, да, поделать. Ой. Ну, кому чего, кто на что учился. Вот. И все, и мне захотелось вот что-то такое поделать. Вдохновение нашло. Вдохновение и идеи пошли. Идеи. Захотелось что-то творить. И даже новое видео. То, что, знаете, приехала из Калининграда, много чего там наснимала. И вы знаете, я там так что-то унаотдыхалась так, что мне после этого, вот я неделю отходила. И еще плюс ко всему я наснимала кучу материала, который надо выкладывать. Выкладывать, монтировать. И вы знаете, я уже под конец такая думаю, больше ничего не хочу выкладывать, ничего не хочу монтировать. Эти кадры оставлю не просто для, как типа, экскурсионные такие маленькие коротенькие видео по туру по Калининграду, а просто на какие-то свои идеи я эти кусочки видео оставлю и буду использовать в этих идеях своих. И переключилась уже на другое. Посмотрите, чей-то велосипед или там дети? Оставил. Дети там.
дети на велосипеде. А здесь вот мы сейчас едем там на какой-то пруд. Отец нас ведет. А вот, ну я, видишь, не говорю, какой даже пруд. Пруд не говорю, какой. А вокруг, видите, там, вон посверкало, сверкнуло там. А вокруг, смотрите, и сверкает и там, и вот там мы сейчас вот выйдем, вот посмотрите, там вообще заливает. Там вообще льет. Как мне нравится эта камера, просто вообще. Такой нас... Мам, так мне нравится эта камера. Я радуюсь. Шикарная. Я радуюсь. Просто не нарадуюсь. Зона здесь на таске собак. Тут охотничьи, что-то охотничье тут. А ты откуда знаешь? Там было написано. Да? Что осторожно, зона на таске собак. Вот там дождь идет, пап, смотри. Видишь? Белая пелена. Не видишь. Тут люди не видят, что. Как обычно. Из-за нашего чистого окна ничего нифига не видно. А это что такое, пап? Смотри, как здесь красиво. Тут жить можно. Вот. Мам. Дорога, не знаю, то ли здесь, то ли нет. Первая, вторая дорога. А вторая будет там дорога. Мам, а что это такое? Это КС-ка, Настя. Тут жить можно. Люди работают. А КС это что такое? Газоперекачивающая станция. Ну тебе мужик рассказывал, куда надо ехать. Кружим мы. Вот дорога. Нет, никуда ничего не сворачивает. Дорога какая? Да нет, бать, не надо такую дорогу нам. Ну, ты видишь там... На ту сторону вот переехать и все. Ну, и туда. Есть. Я не знаю, бать, но вот что-то есть. Какая-то дорога. Па-па-лям, па-па-лям. Белый трактор едет к нам. Смотрите, какая широкая у нас страна. Вот как раз газовый и напротив. Широка страна моя родная. Изучай территорию, Иван Михайлович, изучай. Я не понимаю, где это. Стопы. Сейчас я пойду посмотрю, Иван Чай. Здесь? Папа эту дорогу показывает. Маршруту это показывает. Там она была типа широкая, а эту какую-то узкую он показал. О, поля, красота. Домой опять поедем так. Все, мы нашли, кружились, но все-таки мы его нашли. Здесь прохладнее, кстати, чем там дома у нас. Даже холодно, я бы сказала. А я еще купаться собралась. Но это тут тот пруд, на котором можно купаться, кстати. Сейчас как наловим рыбы. Мама, тут смотри, что такое. Сброс воды здесь. Классно. Страшно. Вообще высоты. Классно. Как на дорогу смотри. Смотри, какой большой пруд, мам. Но у нас был Леневский пруд, который раньше был, в котором мы прокупались все детство. Он был гораздо больше, чем этот, да, мам? Здесь заход хреновый. Но он был огромный. А вон там, где деревья, был хороший заход, мне кажется. И вон там, смотри, вот что-то, вот видишь, какая-то то ли кибитка, то ли что-то, или мне кажется. Сейчас разберемся. Сейчас обследуем сначала территорию, потом уже найдем, где пристанище делать. Классно. Пещерки. Какое у меня классное лето. В принципе, в пещерях поближе и надо, чтобы нас меньше видеть. Здесь исследуем территорию, ищем заход. Нормальный заход для ловли. Какая красота вообще просто. Вот это место хорошее. Хорошее? А, ну вот, да, рыбаки тут сидят. Ну, нам мы можем еще исследовать, пап. Тут, видите, специально вот для рыбаков удочки ставить. Единственное, ну вот, ну что это вообще такое? Ну вот это вот, девочки. Просто это какой-то кошмар. Я каждый раз куда-то на какие-то такие природные места приезжаю, думаю, ну что же люди, свиньи-то такие, ну что же у нас, нету никакой культуры, а? Здесь везде заходят.
Вот за фото. Что ж ты я куртку взяла? Это тут ну прям так холодно, я бы сказала. Папа, ты взял с собой куртку? Сетки вон валяются. Сеть. Не, здесь очень холодно. Надо как-то по-другому одеваться, что ли. Там жара была у нас. Я как-то и не предполагала. Хорошо, что я носки, калоши взяла. Все по-деревенски. Туда пойдем пешком. Пап, ну что это вот такое? Вот ты мне скажи, пап. Что за кошмар такой, а? Надо было еще и шапку взять, папа, то в уши надует. Это тут просто ширма. И импровизационный... Аккуратно, пап, стол. А тут намесили корову, здесь заход для коров. Представляете, приехали, ветра не было, сейчас ветер поднялся. Ничего мы не наловили. Вообще одна рыбка маленькая попалась, и все. Больше ничего. Оп, вот эта красота такая. Я снимаю, мам. Если что. Что, куда-то попал? Если что. Ну да. Настя еще говорит купаться. Какой здесь купаться? Почему бы и нет? Такая красота. Вообще просто нереально. Смотрите. Какой закат. Классно. Вообще картина. Картина, посмотрите, какая. Боже ты мой. Боже ты мой, посмотрите. Круто. Поймали мы всего лишь одну маленькую рыбешку. Он такой вот на слов. Никакого. Но зато мы хорошо проверили время. Я кайфанула. Смотрите, какая красота. Корабль.